Аюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам сид на джунглевый храм для Майнкрафта Pocket Edition. После того, как ввели этот сид, вы появляетесь, друзья, вот в таких джунглях. И после того, как вы появились, вы сразу должны идти в правую сторону. Но будьте внимательны, когда вы будете идти в правую сторону, вы можете заметить вот такой довольно скрытный и закопанный данж. Да, вот идете в правую сторону, и вы сможете заметить вот такой очень классный и вправду очень скрытный данж. Ну давайте из него заходить и будем смотреть, что у нас там есть. Так, вот так. Ну что ж, да, снаружи он, конечно, выглядел по-другому, но внутри он очень-очень большой. Так, здесь уже попадаются наши рычажки, но те, кто видели видео портированного данжа моего с ПК-версии Майнкрафта, то те видели эти рычажки. Я не знаю, что они делают, но вроде что-то шумело. Но внутри, если кто-то не знает, расположены такие поршни, которые что-то активируют. Ну, мы разберемся чуть попозже. Да, сейчас у нас попала стрела, но дальше идет самая классная ловушка. Смотрите, ее даже незаметно. Вот за этим кустиком спряталась вот такая ловушка, которая может, по идее, вас убить. Но если там были бы отравленные стрелы, то вас обязательно бы убило. Но лут. Так, друзья. То есть, лутовый лут так себе, но все же золото, можно сказать, можно его взять и сделать себе довольно приличный меч. А может быть, даже кирочка, которая сможет скопать вам алмазы. Ну, так. А, смотрите, у нас открылся вход. Да, теперь я понял, зачем это надо. Смотрите, и в сундуке у нас лежат... Ух ты, у нас в сундуке лежит алмаз и золото. Да, очень классно. Но классно было бы, если вот эти блоки были бы неразрушаемые. То есть, если вы сломали бы блок, то из них выскочили какие-нибудь недружелюбные мобы или что-то еще. Ну, что ж, вот такой сид у нас был сегодня. Надеюсь, всем понравилось. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.